У воспитанников Краевой академии футбола закончились каникулы. Накануне прошла первая тренировка на родном поле. Буквально в начале месяца юные футболисты вернулись из города-побратима Карлсруэ, где провели 3 товарищеских матча с немецкими сверстниками. Все они закончились безоговорочной победой нашей команды. Триумфу предшествовал период серьезных тренировок. Спортсмены, их тренеры делали выводы из прошлогодней встречи на нашем поле. Тогда матч с представителями из Карлсруэ закончился в ничью. Все начиналось с того, что они приехали к нам играть, и мы сыграли 0-0 в напряженной борьбе. И мы долго готовились к ответной встрече, около года. И когда мы туда поехали, стали победителями турнира. Это первый опыт международных товарищеских встреч между юными футболистами двух стран, будущим членом национальной сборной, он будет полезен. Краснодарские подростки рассказали о ряде любопытных нюансов. В Германии поля в основном с травяным покрытием и длиннее на 5 метров, что значительно осложняет игру. А вот стиль тренировок у обеих команд в целом похожий, но немецкие тренеры делают акцент на психологическую подготовку своих подопечных. И встречи на чужом поле, и в чужой стране этому способствуют. Ребята привыкают к перемене обстановки и учатся быстро адаптироваться к любым условиям. Нам очень полезно было посмотреть, и инфраструктуру посмотреть, потому что и поля, качество полей. Вот искусственные поля мы увидели там, как вот мы работаем в основном на искусственных полях, но в основном, конечно, у них трава. Краснодарские юниоры провели в Карлсруэ неделю, успели не только победить на поле, но и познакомиться с городом и его окрестностями. Теперь они готовятся ко второй части первенства России зоны ЮФО и к первенству края. Встречи пройдут осенью.